двое не знакомы. Я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. А могу я спросить, кто твой муж и, собственно, кто ты? Я бы не хотела сейчас обсуждать подробности. Встреться с нами, и мы все объясним. Я уже сказала, это очень деликатный вопрос. Что это за деликатный вопрос? Если ты не против, я бы хотела обсудить это лично. Мы можем встретиться? Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Процентов настоящего мяса с кровью. Убери свои инстинкты. Я не понимаю, неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Он прекрасный собеседник, трудно спорить, но мне придется его похитить на минуту. Что ты... Ви! 70%... Горо, рад вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Зачем Юринобу это нужно? Мне казалось, этот парень клал болт на традиции. Так и есть. Но дело не только в японских традициях.
Юринобу важно еще и показать силу. Платформы наверняка будут прекрасны. Но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам. Какое обращение? Я здесь, Гуминдуму. Бойтесь меня. Доходчиво ничего не скажешь. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. Вы себя переоцениваете, Гора. У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты. У меня есть решение. Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. 70% настоящего мяса с кровью. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Сработало. Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись.
Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную кухню. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот тарасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Это будет самоубийство. У нас мало времени, Ви. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че завис? Не спускай его с поводка. Он же и пора... Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо, мы пойдем с тобой вместе. Основная цель – защищать благополучие моих... Повар! Сделай погромче! Юринобу. Он самый. В Найт-Сити. Президент Майерс назвал. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... ксу. Фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Киджи, Хато, Така. Киджи. За стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичико-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Юринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки... В ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу
собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской. Или с жареным лососем. Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая. Вкусное и питательное. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом, а то нам захочется есть. Можно начинать. Трубы. Видите?
можно пролезть внутрь. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Через улицу идет технический туннель. Возможно, он ведет к складам. Весьма неплохо. Трансформатор у стены. Видите? По нему можно забраться наверх. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Грузовики подъезжают регулярно. Может угнать один? Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенека, что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Кот-призрак? А что, вполне возможно. Моя покойная бабушка знала много разных историй о кицуне, капа, и как раз о Баканеку. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я был маленьким, я постоянно бегал по крышам, чтобы копы не поймали. Коленки вечно были разбиты в кровь. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых.
Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, и сейчас занимает. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. А как Салага превратился из уборщика сортира в телохранителя самого Сабуры Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабуре? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов. Арасака сам заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабуры. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чиба-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Вы не помните, что случилось в дайнере Тома? Люди терпеть не могут корпорации. Я их понимаю. Мне есть о чем жалеть. Но явно не о том, что я ограбил Арасаку. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира. Забыть обо всем. Не поздно все поменять. Как это у вас говорится? Старого учить, что мертвого лечить. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Не умничайте, вам не понять, что я чувствую. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханако-сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы.
Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар.
А я пока отвлеку их внимание. Не будешь прятаться, станешь легкой мишенью. Эй, даже я тебя вижу.
заметила. Пойду посмотрю. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу, пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Thank you.
Thank you.
Но платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь? Полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз.
сработало. Охрана тебя заметила, Арасаку. Уже прислала солдат. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неясностей. Как будто это я их ищу.